В некоторых муниципалитетах Чувашии началась реализация третьего этапа программы по переселению граждан из аварийного жилья. Примерно 1100 семей из 244 домов должны до конца следующего года попрощаться с ветхими квартирами и переехать в комфортное жилье. В Маргаушском районе после завершения второго этапа программа будет выполнена. До 2017 года в Чувашии должны быть переселены жители тех домов, что признаны аварийными до 2012. В Маргаушах таких было 12, а осталось всего 2. С 1986 года проживаю в этом доме. Все нормально было, все нормально. Дом начал разваливаться. Когда начал разваливаться? Начал разваливаться где-то год, лет, наверное, 8 назад. Сейчас Леонид вместе с соседями в ожидании переезда в новое жилище. Работы над объектом ведутся ежедневно, но найти застройщика было сложно. Аукцион на постройку соцжилья объявляли трижды с начала года, но желающих в нем участвовать не находилось. В июле еще раз провели аукцион, с застройщиком предварительно был разговор, но он участвовал в этом аукционе. И в августе месяце мы подписали контракт на долевое участие в строительстве 24 квартир для переселения из ветхого аварийного жилья. По контракту 25 декабря мы должны эти семьи переселить в этот новый дом. Если срыва сроков не будет, то жители домов, признанных аварийными до 2012 года, будут переселены все. Но за последние три года обветшали очередные постройки. Список с их адресами маргаушская администрация уже направила в Минстрой Чувашии. Вероятнее всего, они попадут в новую программу по переселению с 2018 года. Анастасия Алексеева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев. Республика.